пошли дальше, вот опять, значит, вот это несколько раз повторяем. И все, и до тех пор дойдет, что у нас все это откроется, и там все будет спокойненько. Дискинезия желчевыводящих путей. Да. Но работаем, работаем с печенью практически, да? Да, потому что на пузырь желчный не давим. Он, в общем-то, в территории печени же находится, желчный, он там же находится. Ну да. Же как бы... То есть на сам желчный мы не надавливаем, да? Специально нет. Мы создаем вообще там в районе печени. Значит, левая ручка, значит, находим вот этот нечевидный, рядышком с ним. Эти пальчики, значит, вдоль, вот так спокойненько. И эту ручку, распашонку снять можно? Нет, или нельзя? Пожалуйста. Лучше, да, чтобы наглядно. Так, значит, вот печень у нас находится вот здесь, да? Вот она, вот. Находим, значит, нечевидный, под ним. И вдоль ребер, вот отступя. И начинаем накатывать. Главное не спешить никогда, чтобы тело не испугалось. Когда слишком начнешь резко рвать когти, да? Это постепенно, да? То есть как бы на руку вот это движение, да? Потом сюда вниз, а эту рукой придавливаем, да? И вот таким образом мы сейчас раскачиваем. И смотрим, чтобы все это расслаблялось у нас. И ты, главное, почувствуешь, как все там расслабляется, и рука как бы сама проваливается, левая, например, да, моя сейчас. И там уже как бы хорошо, и там не чувствуешь напряжения, перестал. Вот, а потом мы взяли так спокойно, раз. И говорим, что это кашляет. И в это время диафрагма во время кашля, потому что все диафрагмы включаются во время кашля, все. Кашляем. Понятно? Потом смотрим, это все будет расслабляться у нас. И там все, естественно, вот это все раскроется. Делаем кофе-то. Кофе-то уже выпил, да? Единственное. Я чувствую. Да. И конечная цель наша какая? Конечно? Да. У нас дискинезия, то есть раскрыть протоки. Желчные, да? Да. Ну да, самое главное. Потому что же желчный повернется, и он откроет протоки. Держим руки. Да, чтобы главное не испугался, да, а то видишь, сразу боится, раз и начинает скукоживаться. Я не боюсь, я за этот клиничный. Ну, за вещевидный, да, там, видим, больно, да. То есть, да, поэтому раскачиваем притудочку поагрессивнее, более брутальнее, эту ручку на одном месте не держим, надо, чтобы она двигалась. Понятно? Вот тоже. Вот. И прям почувствовать, что там уже мягко-мягко стало. И потом ее захватить, да. Прижать. Да. И чтобы кашлять начал. И убираем, да? Да. Понятно смысл? Да. Пемочка, она самая у нас. И так сколько делать? Ну, я имею в виду, каждый день или как? Как делать? Делать, да. И в итоге оно все это будет. Спасибо. Можно каждый день делать, да, несколько раз даже. И все это, ну, раз всю жизнь человек прожил, например, вот таком, да, и вдруг это сразу. Ну, оно постепенно. Ну, это, естественно, на голодный желудок. Да. И оно все откроется. Спасибо. Так, что еще я обещал там? Сейчас. Делать.